Всем привет, с вами Алекс Винта. Сегодня будем делать обзор на газировку Angry Birds Lagoon Яблоко и Груша с зеленой свиньей из игры Angry Birds. Так, 330 миллиграммов. Хранить при температуре плюс 5, плюс 25 градусов. Сделано сейчас тремя людьми из Финляндии. Так, напиток безалкогольный, сингазированный, Angry Birds. Так, яблоко и груша, состав: вода, сахар, фруктовый сахар, диоксид углерода, регулятор кислотности, лимонная кислота, натуральный ароматизатор, антинатуральный ароматизатор, сафлоровый концентрат, консервант, бензонат натрия, краситель, синий, блестящий. Так, Ровио. Так, давайте попробуем, как он на вкус. Так, вот зеленого цвета напиток. Давайте попробуем. Чувствуется груша. Сладкий напиток. Больше чувствуется груша. Напиток ничего, пить можно. С вами был Алекс Винтом. Подписывайтесь на канал, смотрите мои видео. Всем пока!